Всем привет, ну что, играем? По панду попробуй. Еще к себе чуть-чуть. Ничего себе. Две игрушки за раз Саша вытащил. Это прикопано, ее не достать. Попробуй вот это круглого, возле этого, который лежит прям. Да. Нет, туда еще. Туда еще. Прямо так где-то. То есть остановится. Зацепит. Он не пойдет. А, блин. Хорошо, но он не дурак. Давай, доставай его. Ух ты. Давай. Единорога бери. Только не за голову, а за туловище. Сначала поверни его. Три попытки осталось. Он не возьмет за туловище, не пройдет из-за этого Пикачу, понимаешь? Надо за голову порвать, вытащить чуть-чуть. А это лицо не будет. Надо попробовать единорога развернуть, может, хотя бы. Он не пройдет, там по низу не даст клапана. Вот это взял. Ну так. Парк, не раскидывай. Подними, он будет выбросит там. Время идет. Собирай, только чтобы он их не доставал. Thank you.
Тихо. Ух ты, как прошла вниз, прикинь. Ребят, к сожалению, здесь очень много людей, и мы снимать полностью не будем на этом аппарате. Саша так немножечко снял, чтобы посмотреть, какие там игрушки лежали. С этого автомата я вытащила 4 игрушки, я их покажу в конце видео. Вон там лежит черепаха возле выхода, прямо кот Гарфилд и 2 кита вместе лежат. Вот эти 4 игрушки я вытащу с этого аппарата. Все. Полностью мы не снимали, потому что с одной стороны, где хорошо снимать, стоят шкафчики для хранения сумок, камеры хранения. А с другой стороны, облепили дети полностью. Там было 3 ребенка, 2 взрослых, и они стояли, смотрели, как мы играем. И Марк еще не захотел сидеть в тележечке. Мы его обычно садим вот в такую тележку в супермаркетах для деток. Он не захотел, Саша держал его на руках, и было очень-очень неудобно снимать. И я сказала, чтобы он больше не снимал. И, как я сказала, я начала вытаскивать игрушки. Лена, не наклоняйся, прошу тебя, головой. Хотите натяжной подавал под ключ? Skyline Master. Идеально ровный натяжный подавал высокого качества с приемлемой ценой и качественной фотопечатью. Быстрая установка. Любые формы цвета. Что? Мама выиграла игрушку. Вы только посмотрите, какую гору игрушек нам удалось сегодня выиграть. Аж целых 10 штук. Вот такой вот котик. У нас уже такой есть один. Миньончик. Вот такая черепашка у нас тоже есть. 2 одинаковых кита я вытащила. Киты, кстати, кит уже такой тоже у нас есть. Вот, кит висит на двери. А вот черепашка. Вот такая игрушка я вытащила. Вот такая пандочка. Вот такой дельфинчик. И лягушка. А, вот это вот еще. Это Саша вытащил. Это вообще классная игрушка. Вот так вот мы сегодня удачно поиграли. Вот столько игрушек мы вытащили. К сожалению, как я вытащила 4 игрушки с аппарата, мы не засняли, потому что там было очень много людей, было много детей вокруг автомата, они его облепили, и просто не было возможности их нормально снимать. Я там кусочек вставлю, Саша начал снимать, но особо не поснимали этого аппарата. Вот так. Сегодня еще поедем челлендж устраивать. Посмотрим, вытащим что-то или нет. Всем спасибо, кто нас смотрит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Пока!